She'll be gone soon, you can have me for yourself. She'll be gone soon, you can have me for yourself. But do give, just give me today, or you will just scare me away. Всем доброе утро. Я вчера вымыла голову вечером. Сегодня, наверное, буду вытягивать, не знаю. Так, и я чуть-чуть сделала автозагар. Ну, прям совсем чуть-чуть. Вот таким. Sun Look Bronze. Экстра пенка автозагар. У меня еще чуть-чуть как бы утром горло сковано. Ну, видно, я не совсем еще там выздоровела, но это ничего. Так. Зовут меня Наталья, давайте познакомимся. Я живу в Санкт-Петербурге. Так, это у нас Тоник с сыном. 12 лет. И снимаю такие собиралки. Так, так как у меня автозагар, надо поменьше. Осторожно, Тоника. Такие собиралки, где я крашусь просто на работу. Так, это тонер. Фирмы It Skin. Покупала у подружки. Мне он нравится, он тоже так освежает. Так, девочки, мальчики, у меня сегодня, у вас это вторник, а у меня сегодня понедельник, первый рабочий день. Естественно, я любительница начинать с понедельника новую жизнь, все дела. Естественно, сегодня я и на спорт хочу, и то, и все. А вот мой маникюрчик, видите, сделала короткие-короткие пальчики, ногти. Вот видите, прям вообще, мне очень нравятся короткие ногти. И Golden Rose лак. Golden Rose лак такой. Темно-коричневый, захотелось прям темного. Вот, и сверху такое средство Орли 3 в 1, которое придает, видите, такую глазурь. Так, даже оно такое тягучее, как будто бы лак-гель. И мне этого маникюра на неделю хватает. Вот из-за этого средства, потому что оно просто обтекаемое какое-то. Вот, всем советую. Вы все знают уже. Оно, по-моему, дорогое. Вот у меня из прошлого осталось. Очень маленький расход. То есть, как-то, я не знаю, мне надолго хватает. Так, у меня уже одна сыворотка It Skin закончилась. Но та была... коллагеном вроде, а это гиалуроновая с гиалуронкой. Правильно? Тоже фирма It Skin. Ну, покупаю я это уже последний раз, потому что, ну, не может вот такая ваночка стоить. Видите, она беленькая, та была розовенькая. 900 рублей. Не может. Но замечательное средство. Я, конечно, не знаю,
ли состав там вроде. Темно-корейского. Вот тут состав. Способ применения. Нет, состав, конечно. Но я могу посмотреть здесь вечером. А как вкусно пахнет, господи. Почему 900 рублей? Хорошо, вот это закончится. Что мне? Что мне? Еще искать. Так. Так что вот такая распаковочка у нас сегодня. Хоп. Смотрите, прелесть какая. Стеклянная баночка. Такой хорошенький дозатор. Вообще прелесть. Несправедливость. Так, ну и крем у меня тоже Swiss Image. Это утром я его накладываю. Такой легенький. На выходных я тоже там себе позволяла чай пить с булочками. Ну, на выходных я как бы и позволяю себе, но это были там не изысканные пирожные, да, так скажем. А лукошки из Пятерочки. Там как бы теста может быть и немного, но там начинка вот эта вкусная. То есть я прям с чаем ее с удовольствием. Девочки, и с этим надо заканчивать. Не заканчивать, а оставлять это просто на выходные и все. Давать себе такой разгрузочный день. Крем-вечер. Это я прям на грудь, потому что он жирненький. На грудь я хочу, потому что летом, помню, в Турции я вот именно это место, у меня прям засохшее было все. Так, ну что, идем пить кофеек. А может даже и не буду, они как-то сами уже выпрямились волосы. Ну, посмотрим. И чуть-чуть какой-то налетик есть, да, на лице, как будто бы. Вот именно что уже. Налетик. Все, девочки, пьем кофе и возвращаемся. Так, выбираем палеточку. Это вчера у меня было. Что мы берем? Убираем. Ну, возьмем вот эту пудру опять добивать. Возьмем вот этот бронзер. И хочу сегодня сделать зеленый тени. Опять хочу одеть полосатку. Ничего страшного, она уже с джинсами. Я на спорт. И вот зеленые тени сделаю, потому что она коричневая в полосочку, да, в коричневую полоску. И я думаю, коричневый подойдет вчера, который был, и зеленый тоже подойдет. Ну и, конечно, помадку. Наверное, то же самое. Сделаю поярче. Хорошо, девочки пишут мне, что яркие помады идут. Ну, сделаю более коричневую, наверное, я не знаю. Вот. Ну, поехали тогда. Я с лампой. Ну что, приступаем? Приступаем. Так, хочу... Опять что-то мне понравилось, да? Люкс визаж использовать. Ну, не знаю, как-то такой увлажненный эффект какой-то. А, хотя у меня, видите, какая разница? Руки бледнющие это. Так, может быть, я тогда вообще сегодня, так как у меня коричневое, все более-менее, зачем мне делать тоналик? Сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас мы посмотрим. Так, сначала глаза. Не знаю, о чем сегодня болтать. Короче, что болтать?
Тем весны. Сейчас надо подсобраться и заниматься уже работой. То это ты же заболелась, но удаленке все равно не то, как бы работать. Ну вот бумаг нету, да, ничего. Вот. Я чуть-чуть переставила камеру, видите, здесь сделала эту лампу. Вот. Слушайте, вот это стало такая жесткая у меня кисть. Я вот эту попробую. И что же можно круговыми вот так пудру набирать? А это мягенькая-мягенькая, девочка. Вот Essence. Прямо, ну вот... И недорогая, по-моему. Прям мягенькая-мягенькая. Как прям... Ой, очень. Так, и попробуем ее вот так набрать. Ну, все, она набирается, видите? Так. Кофточка комфортно вчера мне была, когда мы с мамой встречались. Сейчас я разойдусь. Тёмка все равно еще дома. Вы знаете, он как бы не кашляет, но если вот он начнет это хрип, как будто бы там появляется, я его на выписку определю в среду, наверное, посидит дома. Короче, у них весь класс болеет. Он еще такой на выходных хотел, ну при вас, да, хотел, значит, погулять, все на меня там рычал, я пойду. Я говорю, хорошо, на час пойдешь. Начал обзвон своих там дружков. И все заболели, короче, никто не пошел гулять. Я говорю, ой, Тёма, бедный. Я все выходные дома. Я говорю, ну так ты болеешь, что ты хочешь? Все болеют. Так, берем палеточку. Это Revolution Reloaded. Так, я хочу сделать фотку. Ладно, потом. Девочки. Сори, Монтессори. Так. Все. Ну и сделаем вот этот. Тут, видите, растушевочных нам не оставили. Никакого выбора. Так как у меня мордаха какая-то желтенькая, то и сделаем растушевочный этот желтеньким. И по всему глазику тоже вот так чуть-чуть. Видите, такой сначала пушистенькой кисточкой. Вот. А теперь я хочу чуть-чуть зелененького карандашика. Есть у меня такой Эвелин карандаш зеленый. У меня разных цветов я показывала. И серый, и синий. Сейчас я сделаю и вернусь. И стрелки. И вот у меня такая есть кисточка. Тут обрубленная такая прямая, а тут тоненькая. И я хочу как бы чуть-чуть вывести, попробовать стрелочку. Совсем чуть-чуть. Потом подкорректирую. Так. И продублировать, и чуть-чуть растушевать. Тушевать-то? Этот карандашик. Чтобы не было никаких проплешин. И наверху его чуть-чуть, наверх ввести. Простите.
Темочка сегодня дома. Так, сейчас мы все это сделаем как смоки, так что это пока что так смотрится. Стрелку я не оставлю так стрелкой. Сейчас мы это все растушуем. Можем даже использовать тут коричневое. Возьмем вот такой более-менее светлый. Да. Кажется, зеленый цвет. Да, вот какая-то палетка рыже-зеленый. А цвет очень красивый, потому что этот зеленый, да все вот это, какой-то есть подтон серого. Девочки, есть ли у кого серые глаза? Это я потом уже выяснила опытным путем. Сейчас слышно, что я там говорю? Не бойтесь. Не бойтесь серого, не бойтесь голубого. Вот такого зеленого. Ну. Добавляю потемнее. Сейчас мы сверху растушуем чистенько кисточкой. Есть такая у нас, ну, я не знаю, чуть-чуть рыжего и чуть-чуть пудрочки. Может быть, специально вот так сделали. Понимаете, они же как бы профессионалы, кто делает палетку. Может быть, именно и надо таким растушевывать. Может, он как-то в кожу переходит. Мне пока не понять, переходит он или нет в кожу. Тут что-то какая-то пробежка. Так, еще поверх хочу чуть-чуть, как будто бы у нас такое туманище в Питере вообще. Ну, говорят, что это вот все последний раз снег, сейчас он будет таять. Ой, такая грязь, ужас. Просто вот. Не смотри, ну как не смотреть под ноги, но очень грязно вообще. Ну что, девочки, вроде нормально, надо остановиться. То есть сейчас. Нормально. Так, и внизу. Я не боюсь, я люблю, когда внизу толстенькой кисточкой, широкой, да? Это нижнее веко, не узенько, знаете. Ой, вот это перебор уже. Так. И сейчас я почищу и реснички накрашу. Ну, давайте еще мы сделаем бровки вторым слоем. Или давайте, знаете, я люблю как бы чуть-чуть делать пошире бровки. Значит, возьмем этот и этот. Зелененький тоже ничего страшного. Зеленый тут не смотрится как зеленый. Сказала Наташа и сделала зеленые брови.
Слушайте, прям загар-загар, я смотрю. Я иногда люблю так делать под настроение, потом что-то забываю. Мне эффект нравится. Но он недолгий, девочки. Где-то 2 дня, но держится. Как-то он так освежает, как-то... Все сразу какие-то минусики теряются. Они совсем теряются. Навела шухера на бровях. Все, девочки, сейчас накрашусь, накрашу реснички и... Накрасила, чуть-чуть еще раз тушевала. Ну и что, если у меня... Ну, все равно красненько видно, но я не знаю. Давайте, просто я не хочу весь тональник на все лицо. А если мы частично нанесем... Это, наверное, нельзя так частично наносить. Извините. Визажисты все, наверное, скажут, нельзя точечно. Надо все, все либо ничего. Типа видно будет или еще что-то. Нету красивого такого, знаете, коричневого карандаша без красного подтона, чтобы вот был он именно шоколадно-коричневый. Но нету. Так. Если все, так это все. Конечно, не идеально. Но чуть-чуть. Сейчас мы это все пудрочкой. Прям. Заполировала я. Так, ну и куда же мы без нашего бронзера? Господи, прекрасно, прекрасный аромат. То, что, девочки, ждем весну. Так, а я еще вот, чтобы было поярче, так скажем, всегда использую. Не боюсь, так сказать, зеленых цветов на лице. Так, мне главное не переборщить. Так. А, ну и здесь, потому что у меня шея открыта. С этой кофточкой, да, будет. Ну-ка, а если сделать вот чуть-чуть такие... Добавить, так сказать, кирпичного румянца бордового, да? Мне, девочки, мне не остановиться, мне надо держать. Так, ну и теперь губная помада.
И коричневый. Я пойду поищу какой-нибудь более-менее потемнее коричневый карандаш. Я нашла. Значит, будем использовать вот эти три карандаша. Essence коричневый. Потом я нашла какой-то лореалевский старенький карандашик. Видите, он весь уже покоцанный. И вот этот хороший очень карандаш 07 Vivienne Sabo. У него такой серо-фиолетовый даже. Очень красивый. Очень. Так, ну и первым делом его я и нанесу. Но он мне не нравится по структуре. Как замазка. Ну, цвет обалденный. Теперь сверху этим коричневым. Так. Все бледные опять. На помощь приходит. О, не туда я. Девочки, я ничего не знаю. Сам пришел, называется. Ну и что это? Не то, не сё, девочки. Ой, господи. Какие-то синие губы. Я сотру. Не нравится мне. Что я, что не макияж, я всё стираю. Так, стираем. Сейчас я беру не лореалевскую, а вот эту Бель помадку. Она такой более коричневый, потому что это все-таки такой нейтральный цвет. Может быть, он и придает серость такую губам. Ну, естественно, не может, а точно. И этот карандаш коричневый. Что такое? Потому что этот цвет очень хороший. Коричневый прям. Девочки, я выхожу за контур и плевала я. Так. Вот такой он с рыжинкой какой-то. Так. И еще поверх этим. А часа могу губы красить. Или 3 секунды. Так, все, девочки, а то я сейчас останусь с губами. Сейчас я вытру, что у меня тут на руке. Поробу, так сказать, пера. Так. Ну что, будем... Не хочу выпрямлять, это вообще этим заниматься. Или выпрямить. Ладно, выпрямлю. Девочки, вот я выпрямила, что могла. Челку я не трогала. Вот этим концы. Получше, может, стало.
Еще не заливала лаком, не знаю, буду заливать. Наверное, да, потому что очень влажно на улице. Ну все, и пойдемте тогда смотреть мой аутфит. Так, собираем косметичку. Что у меня? Какие-то карандашики. Так, ничего, помады нету. Вот, кладем вот эту БЛ и карандашик. Все, все остальное есть. А это сюда убираем. Это. Все, девочки, это берем и идем. Моя прическа, мой аутфит, так, герлен, которые пахнут только дома. Так, девочки, сегодня у меня спорт, и я хочу перед спортом, так как я ем только в 12 часов, а спорт у меня получается в 5. Представляете, какой перерыв? То есть я даже не перекусываю ничего. Вот. Там какого-то тренера подглядела, что перед тренировкой можно использовать, естественно, протеин. И вот пригодилось. Ну, значит, так и надо, наверное. Вот шейкер, да? Тут, значит, это самое. Там болтается спиралька. А внизу, помните, такое как бы место? Я думаю, зачем это так? А вот я сюда дозу протеина положила. Сладенько пахнет. Вот. Залью водой, когда уже поеду, как бы за полчаса надо. Вот. До занятий, да, и после. Вот. Но есть надо. Но не протеин, а просто поесть. Так как у меня нет возможности поесть, да, чтобы не сжигать там свои же эти, не мускулы, а, короче, свои же ресурсы, потому что на голодный желудок, если вы занимаетесь, не жир сжигается, а именно мускулатура, как бы, да, мышцы. Вот, и поэтому я это буду пробовать. Так, моя сумочка спортивная. Вот, маленькая сумочка. Смотрите, вот такой, не надо, наверное, так поднимать, такой макияжик. Прям такая рабочая лошадка, рабочая морячка. Конечно же, шарфик, шапочка, потому что сегодня вообще дождь обещают. Ну что, а я вам желаю хорошей рабочей недели, хорошего настроения. Вот, заботьтесь о себе, сначала о себе, потому что вы нужны другим. Вот, я поэтому и занимаюсь и спортом таким лайтовым, не думайте, что я прям на спорт хожу, да, кто-то написал, типа, что это за спорт. Но я так называю, на спорт, в клуб, там, заниматься, хотя просто походить, потому что я нужна своему ребенку. Вот, грубо говоря, это мое первое и необходимое, как бы, дело в этой жизни. Вот, так что занимаемся, следим за здоровьем, так, вот, и, конечно же, хорошее настроение. Но вы смотрите меня, и вам оно будет обеспечено. Все, девочки, мальчики, ждем весну, все будет хорошо, все будет замечательно. С вами была Наташа. Всем пока!